нас в гостях эксперт по кассетам. Нет такого. Он не признается, да. Вот кассета фирмы Sunrun. Качество изготовления. Видно, да? Металл полированный, но такая штамповка. Вот кассета фирмы Shimano. Acera. Смотрим, да? Какая там штамповка. Еще хуже, там большие зазубрины, всякие разные дефекты. И вот кассета Shimano 50-я серия. Это у нас что будет? Оливия, наверное. Смотрим, да? Там у нас тоже грубая штамповка, но уже нет таких дефектов. Ну вот. То есть, как бы, на самом деле, это все делается на одном заводе. Штампуется. Потом клеится вот там вот наклеечка такая модная. Да, и ставится вот это вот кольцо фиксирующее, закручивающееся. На него просто лазером наносятся разные надписи. Вот. А во всем остальном эти кассеты выглядят абсолютно одинаково. Так или не так? Ну, внешне, думаю, по крайней мере. Да. Ну вот. А вот какой металл там, сейчас напильником мы купили. Да, и узнаем. Так, распечатали мы, значит, кассеты, перевернули. Вот это самая крутая Shimano, это которая 50-я. Алюминиевые заклепки, да? Сколько их там? Непонятно. Там оно внутри есть? Штифт какой-то? Да, там просто штифт. Там просто штифт. Две заклепки стоит. Так, где-то напильником мы ее обработали, я чуть не вижу. А, вот. Поскребли мы ее напильником. Обычный металл, пилится очень легко. Так, вторая Shimano. Опять же, три заклепки, штифт. Так, вот опять же место работы напильником. Опять же, обычный металл, пилится очень легко. Sunrun. Тоже, опять же, вот он просто идет в упаковке, беспонтовый. Валялось где-то. Здесь три заклепки, здесь штифта нету. Что это значит? Это значит, что... Ничего это не значит. Пожестче чуть-чуть. Да, пожестче она будет, да. У нее вот такие вот сдвинутые, не знаю, как это назвать, лучи звезд, типа усиления, что ли, не знаю. Тоже, опять же, поскребли металл, ну, такой же металл, что снаружи, что внутри. То есть, абсолютно одинаковый на всех трех кассетах. Вот, по весу... Вот это полегче, да, это вот 50-я, она, конечно, намного легче, но это шоссейная. Я так понимаю, или нет. Почему она легче? Что она намного... А да, потому что здесь меньше зубьев, да. Вот это вот, ну, такая увесистая. И вот это вот такая же увесистая. Ну, здесь, наверное, она это чуть-чуть потяжелее будет, потому что у нее потолще металл. То есть ее меньше вероятность, что свернет. Но это роль не играет, я ж никогда не свернет. Вот самое главное зубья. Давайте посмотрим еще раз повнимательнее на зубья. Зубья идут как надо. Со спосами. Со всеми штуками, которые должны быть у этой кассеты. Ну и у Shimano все то же самое. Не знаю, но будем тестировать, конечно, еще в ближайшие пару лет. Как по качеству, да? Но, блин, из-за того, что Shimano теперь не привозит, нельзя привезти в Россию из Германии, да, из Европы, где они были по хорошим ценам, а у нас цена очень завышенная, придется вот переходить на Китай. Такой вот нормальный Китай. Посмотрим. Да?